Доброго времени суток, с вами Сергей. За оператора у меня Михаил Сергеевич. Он сегодня тоже полностью со мной. И сегодня мы приступаем к посадке кедра сибирского. Кедр сибирский мы будем сажать вот такие вот семена пророщенные. Это у нас уже пятый заход. Где-то посажено уже пророщенных семян около 400. На это мы место только сегодня перебрались. Так, и давайте приступим к посадке. Выбираем вот такие вот небольшие просветленки, полянки. Главное, чтобы не была высокая, где не было высокой травы. Берем лопатку, прорубаем землю. Можно вот так вот мох вокруг разгрести. Лопаткой прорубаем земельку. Так. Берем пророщенный кедреныш. Вставляем. Обжимаем. Делаем на расстоянии мы примерно метров 2-3. Схожесть сейчас не могу сказать, какая будет. Я рассчитываю схожесть процентов на 40. Приживаемость, не всхожесть, прошу прощения. Обязательно для кедрят условия, чтобы не было большой травы. Им через траву будет не пробиться. Также разгребаем. Здесь мы видим низкую траву. Даже земляничка цветет. Берем кедреныша, вставляем его, обжимаем с двух сторон. Все, расти на здоровье. Так, пойдем вон туда тогда. Михаил Сергеевич принял эстафету. Нас атаковали комарики. И мы быстро спрятались на комарнике. Метра через 2-3. Тут тоже лесок такой небольшой. Молоденький. Проходим краем. Об делянку. Надеемся, здесь хотя бы лет 20 еще пилить не будут. Поближе к пню, к самому. Вышли в делянку, сажаем с северной стороны пня, чтобы солнцем не выжгло. Давай вот к следующему, вот к этому пойдем.
Вышли мы в делянку. Здесь спилена была сосна. Сосна – это бор, песчаник. Здесь бедные почвы. И сейчас мы здесь посадим кедровый стланник. Кедровый стланник может расти на бедных почвах. Вот он у нас тоже здесь пророщенный. Пророщенный кедровый стланник. Сажаем по парочку семян сразу. Единственный сейчас недочет – это у нас сейчас засуха начинается. Будем надеяться, что на серединке недели пройдут дожди. Так. Все, посадили. Идем дальше. Так, воспользуемся старой технологией. Посадим со стороны, с северной стороны запнем. Чтобы не выжигало солнце. Здесь делаем то же самое.